Всем привет! Вы находитесь на канале Кроссовки Нет. И сегодня я расскажу вам о баскетбольных кроссовках Adidas Dunk Issue 2. Знаю, что многие из вас ждут от меня обзор этих вторых донов. И спешу вас расстроить. Если в двух словах, кроссовки мне не понравились. Получается, правда, 4 слова, но общей сути это не меняет. И если хотите узнать, что мне в них так не зашло, просто досмотрите данный ролик до конца. Как обычно, постараюсь все разложить по полочкам. Пока не начал, напоминаю о нашей группе ВК. Знаю, что вы слышали о ней примерно 1000 раз, но ничего не поделаешь. Вас в ней слишком мало, а мы с Димоном, с которым дружно ее ведем, из-за этого дружно расстраиваемся. Поэтому, если не хотите нас расстраивать, а также желаете быть в сникер-теме, просто подпишитесь. Возвращаясь ко вторым донам, для начала хотел бы затронуть тему их дизайна. Нахожу его просто никаким. Нет, ну серьезно, перегруженная задница, снова. Какие-то непонятные обвесы, снова. Нам снова предлагают что-то невероятное. Как и с Issue 1, спасать от грехи силуэта призваны яркие и сочные расцветки. И как ни крути, дело свое они делают. Не хочу никого обидеть, но как по мне получился достаточно сырой продукт. Также в этих кроссовках меня не особо впечатлили материалы и технологии. Во внешке нашлось место достаточно грубой и простенькой синтетической кожи, а также мешу в носке. Набивки немало вокруг голеностопа, что в принципе приятно. Но в общем и целом ничего сверхъестественного. Просто кроссовки за сотню баксов, не более того. Как показывает опыт, размерная сетка Adidas – это лотерея. Ведь за последние 10 лет эти орлы приучили нас к тому, что их кроссовки больше мерят примерно на пол размера. Но, как вы понимаете, все перевернулось с ног на голову. Меня предупреждали о том, что вторые доны жутко мало мерят. И я даже не поленился дойти до магазина Adidas, в котором примерил эти кроссовки. Я был в тонких ХБ носках, и 9,5 размер сел мне идеально. Это при моей стандартной девятке. Заказывал себе кроссы на Wild, просто потому, что там были какие-то неприличные совсем уж скидосы. Помню, что заказывал их себе в 9,5 размере. Присылают, смотрю, десятка. Думаю, сука, ну что за ебаные рукожопы. Снова ошиблись, уже не знаю, какой по счету раз это происходит. Думаю, ладно, меряю в своих плотных спортивных носках, в которых играю постоянно. И вы не поверите, кроссовки сели как влитые. В переднем-заднем направлении так просто идеально. Сбоку, правда, ощущались немного свободно. И по идее, шнуровка должна была скрасить этот недостаток. Но как бы не так, но об этом чуть позднее. То есть мне подошли кроссовки 10 размера, что на 2 размера больше, чем обычно. И за мою более чем 20-летнюю практику подобное происходит впервые. Поэтому, ребята, если вы планируете себе заказывать эти кроссовки, заклинаю вас, мерите их перед покупкой. Серьезно, вероятность попасть не в свой размер именно в этой модели велика как никогда. Ну а если возможности примерить нет, просто закажите их на пол размера, размер больше. Но, повторюсь, лучше их мерить перед покупкой. К сожалению, линейка Дона Дигидона не настолько популярна, чтобы сажать ее на что-то более дорогое, чем Bounce. Ну а Bounce, как по мне, достаточно грустная тема. Никогда не любил и не воспринимал всерьез данную технологию амортизации, так как считаю ее слишком жесткой. Чтобы она в полной мере гасила, ее нужно много. Добавишь больше, снижается чувство корта. Порочный круг. Во-вторых, по учках ее, как вы поняли, не доложили, особенно в носке. Поэтому после достаточно жестких приземлений, да, несмотря ни на что, я в состоянии еще высоко прыгнуть иногда. Так вот, я снова и снова испытывал нехватку амортизации именно в носочной части. В пяточной области этой пены не пожалели. И к тому моменту, когда стопа заканчивает акт приземления и ваша пятка касается игровой поверхности, ударная нагрузка на нее уже не страшна. Уверен, всем резким и подвижным игрокам представленной во вторых донах амортизации должно хватать. Но тем ребятам, более крупным и массивным, которые весят от 80 кг, стоит направить свой взор в сторону чего-то более жирного. Вот, кстати, ролик на канале о топ-5 баскетбольных кроссовках с лучшей амортизацией. Как говорится, выбирай не хочу. Что касается чувства корта, то в общем и целом оно неплохое. Неплохое, но понятное дело в носке. В пятке дела обстоят несколько хуже, но признаюсь как на духу, вторые Митчеллы это не те кроссовки, которые меня замедляли вследствие своей толстой подошвы. Ничего подобного, бегал, прыгал в них аки молодой кузнечик.
Еще один момент, в котором эти кроссовки провисают, это фит. Помню, что в первый раз затянул кроссовки и отбегал в них полноценную тренировку. Так вот, после нее у меня еще долго гудели стопы. Явный признак того, что во время игры в кроссовках они погуливали. Нет, мозолей не было. Все-таки с фиксацией во вторых паучках не настолько все плачевно. Виню в первую очередь достаточно жесткое покрытие, совладать с которым шнуровка, представленная лишь 4 петельками, явно не в состоянии. К тому же у кроссовок очень небольшой задник. Обратите внимание на то, какой он хлипкий. Если кому интересно, то вот его край выглядывает. Естественно, что его недостаточно для того, чтобы в полной мере сдержать пятку, которая при скоростной игре одно что в пляс не идет. Не часто я выделяю данный критерий игровой модели в качестве самостоятельного, но, как говорится, обстоятельства обязывают. Естественно, игровая модель имеет более-менее адекватный баланс между ригидностью подошвы и ее сгибаемостью. Не раз уже об этом рассказывал. Также в естественных кроссовках легко и гармонично осуществляется перекат с пятки на носок и с носка на пятку. Так вот, все, о чем я только что говорил, имеет мало общего с кроссовками Adidas Dawn Issue 2. Помните, первые Dawn в свое время я называл миниками. Настолько массивными они казались по сравнению с любой другой нормальной игровой моделью моего 9 размера. Вторые Dawn, на удивление, стали чуточку меньше, на несколько миллиметров. Но при всем при этом, они по-прежнему остаются чертовски длинными кроссовками, что не могло не сказаться на их игровых качествах. К тому же, в дизайне вторых паучков есть один момент, который буквально убивает саму мысль об их естественности. Я говорю вот об этой здоровенной гипертрофированной пятке, которая выпирает, не знаю, блин, как задница Ким Кардашьян. Бессмысленно, сука, и беспощадно. Во время игры она громоздкая и неестественная. Обратите внимание, как странно она сгибается, независимо от конструкции самих кроссовок. Простите меня, друзья, но я не понимаю современной тенденции Adidas. На кой хрен делать пятку столь огромных габаритов? Как вы понимаете, вторые Dawn — это не первый случай. До них были первые Dawn, а до них, в свою очередь, марки Boost. И свеженького подобным образом они зашкварили 11-е розочки. Прошу заранее прощения перед теми, кому это не потребство по душе. Просто из-за подобной пятки кроссовки получаются а. громоздкими и б. тяжелыми. Как говорится, чтобы не быть голословными, вот вам цифра на весах. Как видите сами, критический предел 400 грамм преодолен без проблем. Во время игры эти кроссовки действительно ощущались тяжелыми. До определенного момента мне казалось, что в плане надежности с этими паучками все в полном порядке. Пластик в мидфуте, достаточно грубая подошва, имеющая традиционное расширение снаружи, и плотные материалы внешнего покрытия. Казалось бы, что могло пойти не так? Тесты боковой остановки также не выявили никакой проблемы. Как видите сами, никакого схода стопы не возникало. Но беда пришла откуда не ждали. При борьбе за отскок я неудачно подвернул правую ногу и повредил себе голеностоп. И это совсем не тот случай, когда в дело вмешалась нога соперника. Ничего подобного. Я просто стоял, и в какой-то момент нога сама пошла на инверсию. Пришлось заниматься реабилитацией голеностопа по собственной методе. Никогда подобного в моей жизни не происходило. И вот опять. Честно говоря, даже не знаю, на что грешить. То ли на геометрию подошвы, то ли винить свои же собственные ноги. Хотя, по идее, чего бы вдруг. Я давным-давно не травмировал свой правый галик. Так или иначе, вторым Dawn удалось подвести меня еще и в этом аспекте. Давайте поговорим о тракции. В доставшихся мне Spider Sense, как и в большинстве других доступных версий данной модели, подметка представлена полупрозрачной Icy Sole. Рисунок протектора, по идее, имитирует паутину. Мне же он напомнил схожий по своей невнятности рисунок протектора четвертых бородачей, одних из самых скользких кроссовок в моей жизни. И глядя на него, я предположил худшее. Ну и само собой худшее не заставило себя ждать. Так получилось, что первую же тренировку во вторых Dawn'ах я отбегал на скользком лаке. Тест тракции я делал сам. В самом начале, когда подошва кроссовок была еще чистой, и в этом была моя ошибка, так как для протокола все было очень даже неплохо. В этом вы можете убедиться сами. Просто как только закончились тесты, началась игра, и вот тогда начался самый настоящий ледниковый период. Я проскальзывал снова и снова, в результате был вынужден постоянно протирать подошву. У меня такое ощущение, что я занимался в тот день протиранием подошвы, а не игрой в баскетбол. Самое забавное, что когда я бегал в этих кроссовках на резиновом зальном терафлексе, то ощущение
ощущения были прямо противоположными. Кроссовки останавливались, если не как вкопанные, то по крайней мере достаточно быстро. А про пробуксовки во время игры я и забыл. Поэтому, если вы выбираете для себя вторые паучки, то удостоверьтесь, что играть вы в них будете на качественном, чистом, а главное не скользком лакированном покрытии. А иначе готовьтесь к катку. Перед вами кроссовки после 5 полноценных тренировок. Честно говоря, тестировать их дальше я не стал. Уверен, что они показали мне весь свой максимум, которого мне хватило за глаза. Как видите, никаких проблем с носкостью данной модели нет и в помине. Вторые доны практически сохранили свой первозданный вид. Никаких заломов и трещин материала внешнего покрытия. Даже рисунок на стельке не стерся. И я уверен, если бы я использовал эти кроссовки и дальше, в плане носкости никаких проблем у меня бы не возникло. Учитывая тот факт, что подошва этих вторых Митчеллов представлена полупрозрачной Icy Sole, я настоятельно не рекомендую вам использовать их в качестве уличной игровой модели. Говорю это для тех, кто будет принимать решение об их покупке ближе к лету. Как по мне, Adidas Dome Issue 2 далеко не самое удачное продолжение серии. Это кроссовки с рекордно большим количеством недостатков, а также невнятностей, совокупность которых буквально отталкивает от покупки. Давайте вместе загибаем пальцы. Амортизация мимо, фиксация стопы тоже. Туда же до кучи записываем чехарду с размерами, большой вес и посредственную вентиляцию. Ну а чувство корта и тракции пригодны лишь с определенными оговорками. Согласитесь, явный перебор. Из достоинств назову их ценовую привлекательность, носкость, а также очень яркие и сочные колоровые, которые по сути и спасают все это недоразумение. Если помните, первые кроссовки серии были выполнены без участия самого Митчелла. Похоже, что вторую модель серии постигла та же самая участь. Не знаю, ситуация с данной линейкой почему-то напоминает мне то, как в свое время обстояли дела между Adidas и Kobe, когда дизайнерское видение абсолютно не совпадало с потребностями покойной легенды. Да, защитник Юты пока молод, и на данный момент ему достаточно самого факта обладания именной обувкой, но вы прекрасно понимаете, что так будет не всегда. Поэтому, обращаясь к дизайнерам бренда, начинайте уже делать акцент на игровой перформанс, ведь шанс профукать такой крутой актив более чем реален. Мне очень трудно в это поверить, но я точно знаю, что у Dome Issue 2 есть свои поклонники, и есть вероятность того, что именно вы и попадете в данную категорию игроков. Так что вам решать, будете ли вы доверять моему мнению, либо послушайте какого-то другого обзорщика, которому эти кроссы зашли. Сам я в этих кроссовках играть точно не буду, ибо в них нет абсолютно ничего из того, что мне нравится в современной игровой обуви. Возможно, буду использовать их в качестве повседневок, ведь благодаря своей яркой расцветке на ногах они смотрятся очень даже ничего. Если подписаны на меня в инсте, знаете это и сами. В данном моменте благодарю всех, кто досмотрел ролик до конца. Если он был вам приятен или полезен, не сочтите за труд и оставьте лайк, ну и поделитесь им со своими знакомыми. На сегодня все. Ребят, всем вам удачи и увидимся.